На всероссийском слете участников движения «Поста номер один Патриот России» проходит образовательная программа. Модуль «Мой патриотический проект» ведет профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета Алексей Кольба. Над каждым проектом будет работать группа из 6-8 человек. В течение смены участники модуля должны придумать название, цели и задачи проекта. Конечная цель заключается в том, чтобы проект был готов для презентации, то есть чтобы дети могли его в конце смены показать, отчитаться о конкретном результате. Ну и, естественно, желательно, чтобы проект был, в принципе, реализуемым, то есть, чтобы не только отчитаться можно было, но и его потом где-то реализовать. Как противостоять агрессии терроризма? Какова величина этой угрозы в современном мире? Задачи, которые решают вооруженные силы Российской Федерации. Значимые темы современного общества обсудили участники слета «Патриот России» вместе со старшим преподавателем Института береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации Василием Литвяковым. Это очень важно, чтобы мы и молодежь, в первую очередь, вспомнили и помнили. И передали поколение те ратные подвиги, которые были совершены или достигнуты нашими родителями, прадедами, дедами. В рамках образовательной программы всероссийского слета участников движения «Поста номер один Патриот России» проходят съемки патриотического видеоролика под руководством создателя социального проекта «Стань человеком» Владимира Кима. В финале смены мальчишки-девчонки создадут свои патриотические проекты, а также снимут видеоролики.